Ее не пугает ежедневная строевая подготовка. Для Анастасии Борисовой принятие кадетской присяги – праздник. В этот день, говорит, сделала первый шаг к мечте. Кадеты, они становятся полицейскими, военными. Мне очень хотелось стать полицейской. Погоны, фуражка, шевроны, формы дисциплинируют, а выправка подчеркивает кадетский статус. Отлично учиться и быть достойными гражданами Отечества сегодня поклялись 38 человек. Их день расписан по минутам. Сначала школьные предметы, потом военные. Но на загруженность никто не жалуется. Этот путь выбрали сами. Кадет, ну, он должен быть мужественным, сильным, храбрым и мог постоять за себя и за девочку. Вроде они должны как быть в форме, подтянуты и так далее, но они же дети. У них все равно в душе еще идет ребячество. Надо понимать, когда они ребячество, а когда их построже. Вот это вот. Если эту нить нащупать, то будет хорошо. Гордое звание кадет в этот день получили и первоклашки. Ребятам, которым присяга только предстоит, вручили кадетские удостоверения. В этом году в профильные классы в 177-й школе набрали 49 человек. Это, говорят, только начало. Уже были обращения от казачьего войска. Они также хотят у нас создать еще и казачий кадетский класс. Поэтому, я думаю, у нас все впереди, и будем развивать это движение в Куйбышевском районе. В завершение торжеств кавалеры приглашают дам. Финальной точкой стал еще не лейтенантский, но уже кадетский вальс. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».